Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 95, упражнение номер 23. В этом упражнении мы должны вместо кругов ставить знаки плюс или минус, так что получилось заданное значение выражения. 6 минус 4 равно 2. 2 плюс 2 равно 4. 8 минус 2 равно 6. 6 минус 6 равно 0. 10 минус 2 равно 8. 8 плюс 2 равно 10. 10 минус 8 равно 2, 2 плюс 7 равно 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.